Всем привет! Сегодня 13 февраля, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление небольшое, но кроме обновления нам дали еще мощнейший фикс бага. То есть, о чем мы еще поговорим. Баг этот я лично не снимал. Мы занимались именно фиксом этого бага. Мы специально с ребятами снимали видео, снимали там, как он делается, для того, чтобы разработчики могли быстрее пофиксить этот баг, потому что он вносил сумасшедший дисбаланс в игру. В принципе, к багу мы вернемся, я объясню вам, что это был за баг и как его пофиксили. А сейчас по обновлениям. Значит, первое — это косметическое, это фэшн, да, обновление. Это у нас новые крылья сетовые, ну как новые, я, по-моему, их уже видел, но просто они были раньше не сетовые. Да, сейчас это крылья теперь сетовые. К этим крыльям добавился конь. Соответственно, будет оружие. И будет вот такой вот конь. Он, в принципе, интересный на самом-то деле. Вот, можно посмотреть. Такая типа качеля воздушная. Вот. Добавится еще наряд и добавится облик оружия. Хотя, как ни странно, было облик оружия раньше очень даже подходящий под этот сет. Но он не сетовый, соответственно, только вот крылья есть и конь, которые будут сетовые. Дальше нам добавили два слота генов дополнительных, вот, соответственно, за 700 магических камней и 7 миллионов, и за 800 магических камней и 8 миллионов монет. Да, вот, значит, вот такие вот два слота пока еще не открыты. Может быть, откроем, просто нет генов, как бы так, толковых для того, чтобы открывать, скажем. Вот, это то, что по обновлению. Если еще кто-то что-то нашел, то обязательно пишите в комментариях, мы посмотрим. И дальше то, что по багу. Был баг, когда карта эволюции, вот, можно было несколько раз сделать прорыв. То есть, если тут, например, вот один прорыв, да, вот на 18 звезд был, то они делали по несколько, то есть и в карте появлялось при поднятии 18, например, звезд, кучу статов. Сейчас вот я скрины дополнительно покажу, то есть те вот карты багнутые, которые появились в сети. В сети они появились где-то неделю назад, и сразу же, когда они появились, мы задались вопросом о фиксе данного бага, так как он вносит сумасшедший дисбаланс в игру. И нет смысла им пользоваться или же рассказывать людям, чтобы все делали такие карты, потому что это приведет к сумасшедшему дисбалансу. И многие люди уйдут с игры, потому что это, ну, одна такая карта может заменить полдуховки 12, в принципе, поэтому это не актуально для использования, это нужно было фиксить. Соответственно, фикс был произведен за 3 дня. В течение 3 дней с разработчиками вместе мы как бы нашли причину, мы сняли видео для них, мы снимали дополнительные там скрины, дополнительно как это все делается, помогли им разобраться в причине бага, и соответственно они ее пофиксили. Фикс был таковым, что остался только первый стат, который выпадал, остальные статы удалялись. Сейчас все карты, которые были забагованы, все карты исправлены, и нет таких имбалансных карт, как вот я первый показывал, да, вот таких карт нет, соответственно. Вот, баг этот происходил в момент лага, то есть если у вас зависал интернет, и в момент зависания интернета вы несколько раз прокликивали на прорыв, и если у вас было достаточно карт именно для прорыва в инвентаре, то несколько раз прорывались статы, то есть мы делали там 3-4 стата удавалось, а люди, которые там целенаправленно этим занимались не первый день, как оказалось, и уже знали об этом баге давно, они могли делать там и по 7, по 8, и по 10 статов, то есть они уже руку набили и уже знали, к чему и шли. Вот, соответственно, я очень рад, что этот баг пофиксили, и этот фикс этого бага более сплотил нас с менеджером разработчиков, и на данном моменте мы можем заниматься какими-то действительно важными вопросами для игры и можем продвигать какие-то свои предложения, уже лично общаясь с ними, либо же можем фиксить какие-то ненужные баги и, соответственно, делать игру лучше. То есть мы поднимаем уровень игры для вас, уровень, скажем так, нашего общения с разработчиками для улучшения качества игры. И я надеюсь, это приведет только к лучшим изменениям и к лучшим
скажем так, будущему этой игры, так как я считаю, что игра неплохая, всем нравится, и было бы очень круто вот немножко добавить что-то свое. Поэтому, если есть какие-то предложения, пишите в комментариях. Если какие-то есть обновления, о которых я не увидел и не сказал, также пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.